богатой историческими находками окрестности Лимассола. Крепость Колосси была основана в начале 13 века рыцарями-крестоносцами ордена святого Иоанна Иерусалимского и позднее неоднократно перестраивалась. Своего нынешнего вида она достигла к середине 15 века. Крепость имеет квадратную форму с высотой стен около 20 метров, толщина которых достигает 3. Из внутреннего убранства интересный камин да окошки с каменными скамьями. С верхней площадки открывается вид на близлежащие улочки. В восточной части находится старый сахарный завод. Члены ордена умели выращивать тростник, получать из него сахар, но прославились производством медового десертного вина «Командария». Немного дальше на запад, в 16 километрах от Лимассола, находится древний Курион. Большой греко-романский театр долгое время использовался как каменоломня и лишь в 1963 году был восстановлен. Сегодня он является местом проведения ежегодных фестивалей античной драматургии и шекспировских пьес и, как в старые добрые времена, вмещает от 3,5 до 6 тысяч зрителей. Археологическая зона Куриона считается одной из самых важных среди исторических памятников Восточного Средиземноморья. Результаты раскопок позволяют сделать вывод, что с 8 по 4 век до н.э. здесь был чрезвычайно распространен культ Аполлона, бога лесов и покровителя города Куриона. Храм Аполлона Хилатиса был восстановлен в части колоннады и фронтона в дорическом стиле. С древних времен это святилище приравнивалось по значению к храму Афродиты в Пафосе. В нынешнем виде сооружения были построены в 1 веке. Место действительно очень красивое, особенно на закате, когда последние лучи солнца превращают руины в фантастические декорации прошлого.